В Чебоксарах реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». В его рамках отремонтировано уже 15 улиц. Все обновленные пешеходные переходы и подъезды к ним приспособлены для передвижения людей с ограниченными возможностями. Этот участок дороги по улице Баумана не ремонтировался несколько лет. А буквально за пару недель на нем появилось ровное асфальтовое покрытие, новый пешеходный переход и лежачие полицейские. Здесь мы, значит, выполнили горячую регенерацию и верхний слой Б1. Сейчас мы завершаем работы на съездах и по доступной среде. Значит, мы выполнили, устроили понижающие бордюры и подходы из тротуары. Понижающие бордюры – очень важный дорожный элемент для инвалидов-колясочников. Высота их варьируется от 1 до 4 сантиметров, чтобы было удобно управлять коляской. Всем очень большое спасибо за то, что дорогу делали. Вот такую, как хорошо делали. Иду вон оттуда и радуюсь. В рамках доступной среды на участке дороги обновляют и подходы к пешеходным переходам. Теперь по ним без лишних сложностей могут передвигаться маломобильные люди и мамы с колясками. Проектирование доступной среды – задача ответственная и кропотливая. К октябрю пониженные поребрики и адаптированные подходы к пешеходным переходам появятся на 27 улицах города. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаметов, Республика.